Сергей Александрович, добрый день. В округе произошло значимое политическое событие. Озвучен доклад о положении дел в регионе губернатором 16 ноября. Вы присутствовали на этом мероприятии в Салехарде. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Знаете, вот у меня самое, наверное, такое значимое впечатление, это то, что в отличие от предыдущих лет, данный доклад был в большей мере посвящен подведению некоторых итогов за несколько последних лет. Большей части он был посвящен глобальным, не побоюсь этого слова, мегапроектам, которые реализуются на территории округа. Губернатор сказал о том, что первый этап реализации этих проектов завершен. Есть определенные, есть абсолютно четкие понимания и сроки реализации следующих этапов, второго и третьего этапа. Причем период реализации вот этих крупных проектов уровня не только окружного, но и мирового уровня, он пришелся на непростой экономический период в нашей стране. Тем не менее, все, что намечено, было выполнено, и больше того, в некоторых случаях и в меньшие сроки, чем было запланировано. Сейчас некоторая стабилизация у нас наступает и в бюджете, поэтому никаких сомнений нет, что и дальше эти проекты будут реализованы. Ну а то, что касается муниципалитетов, также было уделено много внимания тому, что пора уже переходить от глобальных проектов, больше внимания обращать на муниципальное образование и на качество жизни людей, наших граждан. Были даны абсолютно четкие указания, что нужно делать. В принципе, они уже и реализуются. Это и комфортные мероприятия, такие как комфортная городская среда, программы благоустройства, которые на разных территориях называются по-разному. В Губкинском это, вы знаете, народная программа. Это, конечно же, строительство социального жилья, которая также не прекращалась ни на один день, но в будущих периодах губернатор четко дал понять, что еще больше строится будет социального жилья. При этом надо особое внимание обращать не только на количество, но и на качество строительства. Ну и все эти проекты, все эти послания губернатора, безусловно, будут реализовываться на всей территории, в том числе и в нашем городе. Следующий год объявлен годом социальной ответственности по предложению молодежи ямальской. Поэтому будет уделено особое внимание семейным ценностям, традиционным ценностям. Ну и опять-таки, о чем я говорил, качеству жизни людей, наших жителей. Как вы считаете, как должны проявить себя губкинцы, чтобы они могли гордо называться социально ответственными? Вот какой социальной ответственности вы ждете от населения? Эти губкинцы себя уже проявляют. Уже около 600 предложений поступило в народную программу. Причем предложения очень хорошие, очень значимые, очень нужные для нашего города. Активно идет и дискуссия, и обсуждение этих предложений. Поэтому губкинцы себя проявляют очень хорошо. Сергей Александрович, я так понимаю, что поручили правительству разработать программу по сносу домов, признанных аварийными после 2012 года. Уже есть какое-то представление, как это будет реализовываться? Это проблема очень наболевшая, которая уже много лет, да, мы выполнили указ президента. У нас нет ни одного дома, который признан аварийным до 2012 года. Тем не менее, жилфонд стареет, деревянный, некапитальный жилфонд, он стареет быстрее, чем идет строительство. Это не зря губернатор поручил такую программу разработать, потому что это проблема всех муниципалитетов, и мы неоднократно обращались в округ с тем, что что-то нужно с этими домами делать, включать их в программу капитального ремонта, либо включать их в программу сноса, либо еще какие-то варианты. И вот, когда будет разработана эта программа, которую мы, конечно же, подадим, у нас все сведения готовы, примерно по годам, какие дома нам нужно признавать аварийными. Когда эта программа будет готова, конечно же, намного легче будет и администрациям муниципальных образований, и жителям понимать хотя бы примерно, в какие сроки будут расселяться эти дома.
Сергей Александрович, а на каких еще моментах губернатор остановился в своем докладе? Какие еще сферы будут развиваться, помимо там строительства жилья, благоустройства? Было дано поручение первому заместителю губернатора Ситникову Алексею Викторовичу закончить строительство дороги на Дым-Салехард и привести в порядок участок дороги от границы с Ханты-Мансийским округом и до Надыма. Эти работы, они уже ведутся, капитальный ремонт, не просто ямочный, а капитальный ремонт некоторых участков второй сезон подряд происходит. И дано поручение до 2022 года эти работы завершить. Конечно же, тема актуальная для всех городов, которые расположены вдоль этой трассы, в том числе и Губкинский, не исключение. Дорога проходит прямо через город, и мы часто ею пользуемся, добираясь до аэропорта, в отпуск, из отпуска. Поэтому, я думаю, это очень хорошая новость, что дорога будет в надлежащем, в качественном состоянии. Было обращено внимание на необходимость наведения порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это также проблема для всех жителей города. Качество работы управляющих компаний, уровень платежей за ресурсы, за содержание жилищного фонда. Поэтому надеюсь, что в этом направлении также будет усилена работа. Ну и в первую очередь, еще раз говорю, в первую очередь обращаться будет внимание на качество работы управляющих организаций, за что каждый из нас платит средства. Вообще, я так понимаю, что в ходе доклада много внимания было уделено именно развитию транспортной инфраструктуры. Там и речной порт, и северный широтный ход. И речь шла о том, что новый толчок развития получит Надым, Лабытнанги, Салехард. А миссия Губкинского в связи с этим какова и какая наша задача? Действительно, без транспорта, без логистики, без дорог, без авиасообщения невозможно развитие любого региона, в том числе и Ямала. И вот эти проекты, которые сейчас реализуются на севере, их невозможно реализовывать дальше без соответствующей транспортной инфраструктуры. Потому что продукция, которая будет производиться там, и строительные материалы, и продукция, ее как-то надо доставлять. Поэтому необходимо, конечно же, развитие транспорта. Ну а мы, я неоднократно уже говорил и к предпринимателям обращался, те, кто сейчас займутся разработкой на перспективу логистических схем здесь у нас на территории Губкинского, те окажутся, безусловно, в выигрыше, потому что весь этот грузопоток на север, с юга на север и с севера на юг, он будет проходить через Губкинский. По автомобильной дороге, железная дорога у нас здесь рядом, станция. То есть нам сам Бог велел развивать вот это вот направление, перевалочные базы, базы хранения, погрузки, разгрузки. Поэтому это дополнительные рабочие места, это дополнительный заработок, это развитие города. Сергей Александрович, вы сказали, что в следующем году во всех муниципалитетах будет уделено большое внимание реализации проекта формирования комфортной городской среды. Уже известно, какие средства будут доведены нашему городу и, возможно, какие проекты? В проектах нас никто не ограничивает, но только условия, чтобы эти проекты были предложены и поддержаны самими жителями. Что это будут за проекты, абсолютно никаких ограничений нет. Средства примерно мы уже знаем, какие будут доведены до нас, но не хочу об этом говорить, пока не принят бюджет города. В окружном бюджете они уже отражены. Будет скоро принят бюджет города Губкинского, тогда уже доведем эти цифры до всех. Ну, вообще, это же не разовая акция, я так понимаю, масштабное благоустройство. Оно будет продолжено и в последующие годы? В последующие годы оно будет продолжено. Причем вот несколько проектов, которые сейчас нам жители предлагают их реализовать в течение одного года, невозможно. Поэтому мы изначально планируем уже эти работы выполнять в течение 2-3 лет. И, конечно же, финансирование будет продолжено из окружного бюджета этих проектов. Но при одном условии. Если в этом году, ну, в 2018 году нам выделят средства просто так на реализацию этих проектов, то в 2019 и в последующих годах средства будут выделяться тем муниципальным образованиям, кто успешно справится с работами в 2018 году. Поэтому необходимо всем нам очень хорошо поработать в 2018, чтобы дальше обеспечить благополучие нашего города. В докладе губернатора прозвучало, что в ближайшие 10 лет будут объявлены в России десятилетием детства. В нашем городе вот есть незавершенные строительством объекты, это и детский сад, и одна школа на капремонте, вторая тоже достраивается. Не хватает городу детской поликлиники.
что в нашем городе вот в этом плане будет сделано? Будет ли вот поликлиника детская все-таки у нас построена? Как идет строительство вот этих вот объектов, необходимых нашим детям Губкинска? Две школы и детский сад, они, безусловно, будут завершены строительством, ремонтом. Губернатор также в своем докладе сказал о том, что в следующем году около 80% детей будут учиться в первую смену в целом по округу. Для Губкинского здесь более напряженная ситуация, как раз вот из-за того, что две школы у нас выбыли пока что из эксплуатации, но они будут, безусловно, введены, и школы, и детский сад, что, конечно же, разгрузит нам эту вот ситуацию. То, что касаемо детской поликлиники, безусловно, будет она построена. В какой период сейчас сказать сложно, это будет сделано с нашей стороны. Мы обращаемся в округ, в департамент здравоохранения, в департамент строительства с тем, чтобы включить это строительство детской поликлиники, включить в адресную инвестиционную программу, потому что такого масштаба объекта они строятся только в рамках адресной инвестиционной окружной программы. Подготовлено обоснование необходимости строительства детской поликлиники. Ну и, безусловно, будем и дальше обращаться с тем, чтобы строительство на начальном этапе проектирования корпуса детской поликлиники и в дальнейшем строительство этого корпуса. Не то, что как бы не понимают в округе, губернатор не видит, и там профильные департаменты не видят того, что нам необходим этот детский корпус. Просто на самом деле очень значительных средств это стоит. Но, как я уже говорил, с бюджетом, бюджет в этом году принят бездефицитный, окружной. Я думаю, что ситуация будет налаживаться, и вот по мере увеличения бюджета будет начато и строительство. Сейчас пока что в округе новые объекты, не только на территории Губкинского, а вообще по всему округу, новые объекты не начинают строиться, а завершается строительство старых объектов существующих. Вот как пример, наш детский садик на 330 мест заканчиваем строительство вот таких объектов, и после этого уже приступаем к строительству новых объектов.